Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Регистрация на платформе Московского инновационного кластера стала удобнее. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, теперь для регистрации на iMoscow достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись. Участникам больше не нужно переходить между городскими системами. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, принципиально важной задачей IT-платформы МИК является создание удобных цифровых решений для пользователей. Упрощенная авторизация на IT-платформе кластера стала инновацией в сфере удаленной идентификации юрлиц и их сотрудников на городских порталах. Также упрощенная регистрация доступна для компаний-резидентов Сколково и всех юридических лиц, которые имеют аккаунты на портале госуслуг. По словам руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, новый подход к авторизации позволил облегчить работу с платформой и сэкономит время пользователям, а также будет способствовать развитию всей московской цифровой экосистемы. МИК начал работу в апреле 2019 года. В состав кластера сейчас входит 900 организаций. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!